А вообще, она хорошо была продана, эта картина? Известна вообще ее цена? Она была продана, по-моему, за 40 тысяч марок она была продана. О-о-о. Вот. И из них... Ну ничего, да, Болский музей продан, исторический музей это Германии. Ну, вещь, конечно, такая, можно сказать, эпохальная, безусловно. Да, да, да. Мы ее делали, это был... Да, была Москва Берлин, все взяли там, кого-то там скидут, там поэт, бля, Гоша поэт, художники там с ними тремя очередями, и он сейчас подадут. Слушай, это был голландский проект? Конечно, да. Про как раз мы тогда это там планы. Да, мы создали все. Да. И это самое, она скоротнулась, не позвали. Так как это, ну, знаешь, все поехали, а мы нет. Люди собираются, я знаю. И тут жена Кая, Катя, знаешь Катю? Катя Беляева. Она, да. Кстати, в Москву уехала. Я знаю, я увидел. Да? Да. Она живет, по-моему, Беляева, по-моему. Да? Жила, по крайней мере. Вот, ну, она старая знакомая. И она приехала, говорит, вот уже вот так галерею. Вот. А Кая, мы знали, как будто алкоголиком. Мы с ним бухали раньше в Москве. Когда он был ее женихом, он приезжал, да. И мы ходили, бухали по Москве. Что он говорит, где Кай? Чтобы эта история попала. Саша, блядь, Янова. И тут у нас галерист такой, что он видит. Слушай, он делает вышку там, как можно что-нибудь делать? А мы думаем, ну, блядь, а почему бы нет? И здесь я предложение поступило. И мы... Она говорит, он такой дом снимает, старый, разбитый. Дом очень такой большой. Да. Мы, короче, сделали эту объединительную картину за свои бабки. И самое страшное, и вдруг там была такая Катя, была вышла Тюрингер. И сама машина уже прям работала. Ему эту машину, блядь, незаконно, блядь, абсолютно. Сейчас, конечно, я не знаю, засунули 8. Вот это вот, она в два раза больше, ровно в два раза больше. Да, Коля. Она ровно в два раза больше. Мы этих 8 сосуд запидарили в эту, блядь, машину без всяких документов, без всего. Вот. И они да, это дошли. Что? Они не дошли, конечно. Не дошли. Они дошли до Нюрнберга, но Кай забыл их забрать. Ну, короче, выставка уже должна открыться через час в Берлине. Картины нет. Это же трейлер, блядь, приводит к картинам. Судорожно. Историческое было ужасно. Мы судорожно это все вешаем, люди приходят смотреть. Ни одного немца, кроме галериста Фишера, которого мы пригласили. Одни только русские пришли, я помню. Там Толин же на русском был, Тимур там. Ну, короче, художники. Есть человек. Такой провал, короче. Здесь столько усилий потрачено, там все направлено. Но потом, через неделю шла какая-то женщина, корреспондент, и увидела в окне эту работу. И сфотографировала ее. Ее опубликовали в какой-то газете. Это год, Новый год перерисован. Да, это была странная такая... Не, ну просто, кстати, вся работа какая-то такая, такая тиражированная, это безобразие. Ну потом мы стали сейчас потом.